Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Марина. И сегодняшний незапланированный влог случился довольно-таки неожиданно для меня. Приятно неожиданно, потому что последние несколько недель Себастьян больше не спит днем. Это была моя единственная возможность снять видео, то есть если я могла уложить маленького и Себастьяна одновременно, и тогда я могла снять хоть какое-то видео. Сейчас, в данный момент, это просто нереально, и я думаю, как бы это все организовать. Возможно, буду выделять время на выходных, но вы сами знаете, на выходных хочется провести время с мужем, с семьей, как-то всем вместе, а не закрывшись в комнате, там что-то на камеру рассказывать. Как вы знаете, у меня в гостях был брат 3 недели с небольшим. Я планировала съездить в Берн. Скажу сразу, что в Берн мы так и не попали, потому что у нас тут случился просто какой-то пик заболеваемости. Сначала заболел Себастьян, следом заболел мой брат, потом заболел Флориан. И потом заболела я. И так в течение последних 3 недель все по очереди болели, поэтому мы решили не ехать в Берн. Когда болеешь, и гулять особо не хочется, ни с кем встречаться не хочется, поэтому встреча в Берне обязательно будет. Как только мы организуемся, я дам вам обязательно знать. Пока брат был здесь, естественно, когда все болеют, снимать особо тоже не хочется. О чем? О том, что у того горло болит, у того уха, у третьего бронхит. Поэтому ходили мы как могли, развлекались, ходили грилить в лес, кто подписан на Инстаграм, видели. Из интересного еще что было. Еще что было, мы были в аутлете в Диэтликоне. Глобус и Шилд аутлет объединили, сделали там ремонт или там как-то переделали все. Ну, в общем, теперь там можно хотя бы найти какие-то вещи, потому что раньше это были просто огромные кучи всего навешанного друг на друга, и даже если что-то хорошее попадалось, надо было рыться, как, наверное, как в секонд-хенде, что ли. Я вам рассказывала в одном из относительно недавних блогов, что с Себастьяном мы планировали поехать к специальному семейному консультанту. Себастьян, я знаю, что все мамы говорят про своих детей, что они у них невыносимые. Практически все мамы так говорят. Но дело в том, что у Себастьяна, как я уже говорила не раз, сейчас идет фаза отрицания, троц-фаза, и с ней очень тяжело сжиться. То есть понятно, что есть определенные такие подходы, как можно ребенка успокоить или переключить его внимание, но на него они не всегда действуют, и хочется ему помочь и самому не срываться, потому что я категорически против применения физической силы по отношению к детям. Ну, ничем оно не помогает. И вот ребенок, например, находится на пике своего психа, да, он швыряет вещи, он там что-то падает на пол, катается, орет, и вы думаете, сейчас я его хлопну по попке, да, и он успокоится. А я вам скажу, вот судя из опыта моего и моих знакомых, подруг, ничего лучше не становится. Дети еще больше начинают кричать, большинство детей, потому что они не ожидают того, что их, вот вы, предположим, да, мама или папа, вы ни с того, ни с сего, то есть вы единственный оплот защиты, то, на чем, грубо говоря, держится весь мир этого маленького человечка, ни с того, ни с сего начинаете его тормошить или там хлопать по попе, и он вообще тогда теряется, не может понять, как так, то есть как это вообще, что делать, а к кому тогда идти за помощью и за утешением, если единственный утешитель и тот сейчас воспитывает. И почему мы решили пойти к фамилиамбератум? Потому что помимо того, что Себастьяну тяжело справиться, иногда мне самой и мужу тяжело справиться со своими эмоциями по отношению к Себастьяну. То есть какие техники тогда применять? Я не знаю, дышать до 10 считать, водичкой на себя побрызгать, я не знаю, самому пойти головой постучаться по полу. То есть в последнее время мне очень тяжело не срываться. И решили мы сходить к семейному консультанту, чтобы просто как бы удостовериться, что наша семья нормальная. И приятная женщина была там, и она, выслушав нас, сказала, что в принципе в этом возрасте все дети одинаковые, и у всех происходит вот этот сдвиг.
по фазе. Они в чем проблема? В том, что дети учатся смиряться с тем, что они чего-то не получают. И у одних детей это занимает месяц, у других детей это занимает год, у третьих 2-3. Вот пример вам из жизни. Вы лежите на диване, собрались сейчас или фильм посмотреть, или просто полежать, или книгу почитать. К вам подходит ваш партнер и говорит: пошли погуляем. В первый момент у вас как бы злость накатывает, да, вот. Ну, я хочу просто полежать. Ну, что меня в покое никто не может оставить? И через несколько секунд, да, у вас приходит второе сознание: а почему бы не пойти в лес или там в кино? Полежу вечером сам, потом позже, да, и у вас вот эти доли секунды, вы можете быть немного раздражительным, потом вы переосмысливаете ситуацию и решаете, что нет, ничего страшного, в следующий раз полежу. А вот у ребенка нет еще этих секунд, он еще не умеет переключаться вот так вот раз и переключился. Если он, например, играет на детской площадке, он не хочет идти домой. То есть ему нужно время, чтобы переосмыслить вот то, что вы ему можете сказать один раз. Все, скоро пойдем домой. Потом еще раз, еще раз, еще раз. И вот так не получится так просто взять его и переключить как взрослого, да? Пошли домой, и все, он пошел домой. Редко, за редким исключением, дети так легко поддаются такой дрессировке. Ну и другие моменты. И, в общем-то, как вести себя в тех ситуациях, когда ребенок падает на пол, он кричит, он в истерике. Я обычно или не реагирую абсолютно на эту истерику, то есть оставляю его прокричаться, или когда уже у меня у самой нервы на пределе, я его просто отвожу в комнату в его и закрываю двери, и пусть он там кричит. Потому что если он кричит при мне, потом я еще больше нервничаю, и там уже я чувствую, что до рукоприкладства недалеко. И потом через несколько минут я возвращаюсь к нему, успокаиваю его, он сразу же, он когда меня видит, потом он сразу же видно, что он ищет утешение у меня, он начинает там: мама, мама, обнимать, целовать. Я ему говорю, что я его очень люблю, что он мой хороший маленький мальчик. Он сразу же успокаивается, и вот обычно я так и делала до того, пока я не услышала, что детей в таком возрасте нельзя одних закрывать в комнате, и тут а что же делать тогда, если не закрывать его, идти самому закрываться, что ли, от него? Так он со мной следом будет идти играть. И эта женщина-консультант сказала, что, ну, как бы надолго оставлять, естественно, одного нельзя его, чтобы он не чувствовал себя одиноким, покинутым. Но если на несколько минуток буквально, или даже на одну минуту, некоторым детям и 30 секунд достаточно в комнате, вы сами почувствуете, когда вот тот момент, когда надо к нему вернуться. И тогда вот он приходит в себя. Опять же, она сказала, у нас проблема с чисткой зубов. Он категорически не хочет чистить зубы. То есть у нас день на день не приходится. Один раз он чистит зубы, один раз мы его уговариваем, потом он вроде как чистит зубы. У него 3 зубные щетки, 2 обычные, 1 электрическая, 4 зубных пасты разного вкуса. В общем, мы его уже и... Как вот у нас врач наш, педиатр, он посоветовал его разговаривать с ним и потом награждать. Например, вот ты почистил 7 раз зубы, в течение недели, да, вот утром и 7 раз вечером, получишь потом игрушку от родителей. Вот. Пробовали мы и так, и сяк, ничего не работает. В итоге уже дантист сказал, что в этом возрасте, в принципе, это не так еще страшно, если они через раз зубы чистят, но все равно ведь в будущем вопрос не, как бы не решится, надо сейчас его по мере взросления решать. И консультант сказала, что вот вы, конечно, должны давать возможность ребенку выбора, да, вот или-или, хочешь это, хочешь то, но он должен понимать, что есть такие какие-то моменты, в которых он не имеет права голоса. То есть он может кричать, он может вырываться, он может там, я не знаю, вы будете ходить за ним, предлагать ему час или еще. Но в итоге, если вы решили, что в вашей семье, например, для нашей это чистка зубов, если это для вас важно, вы должны настаивать на своем, и какие бы он концерты ни закатывал, вы должны все равно настоять на своем. Таким образом, вы показываете, что как бы он себя ни вел, все равно ситуация решится одним образом. Все равно ему придется чистить зубы. Может быть, первые там несколько месяцев он будет вам все еще по инерции закатывать концерты, но в будущем он поймет, что, ну, как бы
легче сразу согласиться, почистить и пойти гулять, смотреть мультики, чем вот по полчаса, по часу, чтобы за ним гонялись зубной щеткой. Если у вас это, может быть, какие-то другие проблемы там с едой или не с едой. Насчет еды консультант сказал, у нас Себастьян очень мало ест, и если он ест, он обычно не ест не тогда, в последнее время, когда мы хотим есть, он не может терпеть. Если мы, например, вот-вот сейчас накроем на стол, он все равно наестся хлеба до того, как мы накроем на стол. Она сказала, ну ничего страшного, в принципе... Если он в данный момент, например, есть не хочет, оставьте его в покое, пусть он там через час предложите. Но не начинать вот эту вот любимую игру взрослых, а это ты хочешь, а может ты хочешь вот это, а может тебе сварить вот это, а может тебе приготовить вот это. Нет, вот есть то, что едят все, и ничего другого ты не получишь. Вот как-то в таком ключе. По поводу сна, как я сказала, Себастьян перестал спать днем, и в то же время его очень тяжело все еще уложить вечером. То есть, если он обычно ложился в 8:30-9 спать, то теперь он днем не спит, но еще и к этому чаще всего днем не спит. Например, вот сейчас его срубило таким вот чудом каким-то, потому что мы утром были в спортзале, и, видать, он набегался с детками, и вот сам уснул. Ходил-ходил, уснул на диване. Вот, то вечером его вообще практически нереально усыпить. Ты его кладешь в кровать, включаешь ему мультики, он смотрит мультики, через 20 минут забираешь iPad, закрываешь дверь, он приходит. Постоянно приходит ко мне на кухню или к мужу в зал, и мы его обратно отправляем. Может доходить, что 10 вечера, 11 вечера было пару раз даже, что вот никак мы не могли его уложить. В какой-то момент там уже, например, мой муж срывается, говорит, мне уже все равно, пусть делает, что хочет. Я пошел спать, и ты иди в кровать, а он пусть хочет, пусть ходит дальше по квартире. Я говорю, ну так это тоже не дело, так вопрос решать тоже нехорошо. Она сказала, что у вас должно быть все равно определенное время, ребенок все еще маленький, и ему нужен режим. И если вы решили для своей семьи, что, например, 9 вечера – это нормальное время, то, конечно, плюс-минус полчаса проблемы не сделает, но в это приблизительное время он должен идти в кровать. Хочет он спать или не хочет – это уже дело десятое, потому что со временем организм привыкает к тому, что вот в 9 он идет спать, в 8 он просыпается, и как-то вот оно наладится, потому что сейчас у нас сбой случился из-за того, что он перестал спать днем, и у нас получается к 5-6 вечера он настолько уставший, что вот-вот уснет, или вот как вчера у нас было, взял и уснул в 6 вечера, проспал до 7, потом мы не могли его опять уложить спать, потому что, ну, вот такое вот каламбур получается. Вот сейчас он более-менее в нормальное время уснул, сейчас 3:30 дня, и вот я скоро его разбужу, мы пойдем на консультацию по грудному вскармливанию и взвешиваться заодно нашу вот фатомутаберат. Что еще она такого сказала полезного? А еще она сказала такую вещь, что вот дети, когда маленькие, да, мы сомневаемся до сих пор, стоит ли их спать, стоит ли обоих детей в одной комнате, чтобы спали, или им по разным комнатам их раскладывать, потому что скоро Флориан будет уже переходить в детскую кроватку. И она сказала, что вообще маленькие дети лучше спят, когда они не одни. И только последние лет 100 как бы все спят по отдельности в разных комнатах, а до этого всегда практиковался совместный сон родителей с детьми или дети с детьми. В общем, она посоветовала их в одной комнате класть спать. Я говорю, а как же у них режимы-то разные? Один днем спит, другой не спит, один ложится в 7, другой ложится в 10 еле-еле. Она говорит, ну, днем, по крайней мере, можно класть маленького спать в другой комнате, чтобы его старший не трогал. А на ночь, ну, как бы, там вопрос будет решаться по мере возникновения этих проблем. Ну, вот как-то так. А если у вас остались вопросы, те, кто мне писали по поводу малышей, оставляйте их внизу. В ближайшее время я сниму видео о фактах о Швейцарии. Накопилось немного. Чем больше я снимаю, тем меньше фактов остается интересных, как по мне.
поэтому с ними тяжелее. Уже месяц назад сняла одно видео про косметику, до сих пор не могу его смонтировать. Голова квадратная, если честно, иногда, с детишками. Но разгребаю по чуть-чуть. В это воскресенье, вот которое прошло, в Швейцарии был опять референдум. Выносилось три инициативы и две поправки к законам. Об этом я сниму отдельное видео, потому что одной из самых интересных инициатив, если в прошлый раз это была инициатива была против иностранцев, которые совершили какое-то преступление, то в этот раз одной из самых интересных инициатив была инициатива о безусловной прибыли, по-моему, так как-то называется. В общем, смысл ее был в том, и мне на нее, кстати, многие скидывали ссылки, чтобы я прокомментировала. Инициатива заключалась в том, чтобы все швейцарцы без исключения получали определенную сумму денег на руки. И те, которые не работают, это было бы вид соцпомощи, и те, которые работают. И интересный момент был, когда они агитировали за эту инициативу, это было где-то в марте, по-моему, этого года, на Хауптбахнхофе в Цюрихе, по-моему, всем раздавали по 10 франков, и где-то за час раздали 10 тысяч франков. Вопрос, где взяли эти деньги, меня тоже интересовал. Это было, судя по словам организаторов, это были деньги за счет, это была акция проведена за счет спонсоров. Ну, в общем, такая у нас Швейцария. Кстати, инициативу эту не приняли, как и предполагал мой муж, потому что, ну, почему я вам расскажу тогда в видео уже.